А через погану поведінку діти заслуговують на смерть. Про це в російській дитячій передачі на всю країну розповідає ведуча. Напевно, так агресори намагаються з дитинства перетворити малюків на вбивців. Когда люди выглядят очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными, Сережа. Бывает, что ты непослушный? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не хочешь выполнять то, что мама говорит. Бывает? Бывает.